Как мы и предполагали, дорогой Ради Фаритович в конце прошлой недели ушел в отпуск. Был после этого замечен в Сочи. Доподлинно неизвестно, вылетал ли Хабиров из международного аэропорта Сочи куда-либо дальше за границу, но в Сочи поотдыхал. Отсутствие Хабирова в медийном пространстве и синхронное отсутствие в республике Андрея Назарова, который отбыл на казахскую выставку «Иннопром», вызвало кратковременную панику среди наших подписчиков, уже не понимающих, как жить, если они не посмотрели еженедельный обзор оперативки. Но очень быстро все улеглось. Республика достаточно легко обошлась без высшего руководства региона, что, собственно, дает мне обоснованные предположения о том, что мы вообще можем обойтись без Хабирова достаточно долго. Месяцы, годы, а возможно и десятилетия. Великая монахиня всех времен и народов, мать Тереза, говорила: «То, что мы делаем, это капля в море, но из этих капель сложится океан». Совсем небольшая материальная помощь каналу «Открытая политика» действительно позволяет нам существовать дальше. Перечисляйте те суммы, которые считаете можными и возможными для себя. 200-300 рублей точно вас не сделают бедными, а нам помогут существовать в будущем бесконечно. Собственно, сделать материальное пожертвование можно, к сожалению, нам только одним способом. Это через расчетный счет, который мы указываем в каждом своем выпуске и который указан в описании под каждым нашим видео. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан за 8 месяцев 2023 года выросли на 7,5%. При этом реальные доходы того же самого бюджета выросли только на 4%. Разрыв составляет 3,5%, и это довольно серьезный разрыв на тех суммах, которые фигурируют в бюджете республики. В загашнике у региона осталось чуть более 500 миллионов рублей запасов. И это, отмечу, из 40 миллиардов рублей, которые достались Хабирову от Хамитова в качестве, ну, так сказать, накоплений. Был профицит 40 миллиардов рублей. Сейчас от него остались жалкие 500 миллионов. То есть еще 2-3 хороших фестиваля, банкеты, и бюджет региона, как говорится, уходит в минус. Не менее тревожная обстановка сложилась и в личных карманах жителей региона, которые отлучены от пользования государственным бюджетом. Только в августе 2023 года, по словам прославленного экономиста современного Башкортостана Рустема Шаяхметова, жители республики прибегали к так называемым займам до зарплаты 98 тысяч раз. То есть каждый 15-й работающий житель Республики Башкортостан в августе месяце не дотягивал от зарплаты до зарплаты. При этом рост микрозаймов под бешеные проценты в Республике Башкортостан составляет плюс 10%. Тогда как по Российской Федерации этот рост составляет 6%. Ну, хоть в чем-то мы лидеры. На минувшей неделе стало известно о задержании силовиками золотодобытчика Константина Хамулюка. Задержан он был по обвинению в попытке дачи взятки должностному лицу, и взятку эту передавали или попытались передать, судя по всему, в обмен на обещание закрыть какое-то уголовное преследование в отношении компании Хамулюка в части пользования недрами. Ну, собственно, видимо, речь идет о золотодобыче. Ну, вы спросите, при чем здесь Хабиров и его команда? Ну, какой-то золотопромышленник что-то там начудил, что-то там, значит, злоупотреблял и так далее. Нет, пикантность ситуации в том, что, по моим сведениям, не только дача взятки как криминальный состав преступления интересует следователей. Следователи очень интересуют взаимоотношения Константина Хамулюка с пресноизвестной комиссией по недропользованию, которую возглавлял азат-солдат Барданов до его поспешного отъезда в зону боевых действий специальной военной операции. Следствие полагает, что золотодобытчик и вот та самая комиссия во главе с Бардановым состояли не только в официально деловых отношениях, но, возможно, сущность этих отношений была несколько иной. И вот, собственно, это очень интересует следствие.
Удастся ли следователям что-то выяснить и как-то отразится ли это на судьбе Хамулюка Барданова, мы пока не знаем, но надеемся, что узнаем в ближайшее время. И, собственно, отрадно, что вот это поспешное, странное отбытие на специальную военную операцию, человек все бросил и уехал, у него в груди вспыхнул патриотизм, и он отбыл, как говорится, защищать родину. Так вот, отрадно, что вот этот факт не останавливает следственные органы от методичного разбора того, что происходило в Республике Башкортостан в предыдущие периоды и того, что происходит сейчас. А еще прокуратура республики проверила эффективность и порядок выдачи земельных участков, которые полагаются бесплатно многодетным семьям. Результаты, прямо скажем, поразили даже привычных к всевозможным злоупотреблениям и злодеяниям прокуроров. Только 5% из тех, кто имел право на получение этих земельных участков в Республике Башкортостан, эти участки получили. 14 тысяч многодетных семей пока обходятся без этих земельных участков, не получили их или не могут получить. Хотя, напомню, что по закону им положены эти земельные участки для индивидуального жилого строительства. И все это происходит на фоне щедрой раздачи самой вкусной земли всевозможным дружественным промышленным предприятиям и милым сердцу музеям кочевых цивилизаций. А вот многодетным семьям, как говорится, придется подождать. В адрес министра имущества и земельных отношений Натальи Полянской вот, по результатам этой прокурорской проверки выписано представление о недопустимости подобного подхода к исполнению федерального законодательства. Ну, правда, что-то мне подсказывает, что ситуация, если изменится, то только на бумаге. А вот вчера, 29 сентября, Советский районный суд города Уфы поместил под стражу в заключение руководителя государственного коммерческого учреждения Центр организации дорожного движения Мансафа Низакаева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от одного из подрядчиков строительства восточного выезда. Мансафу Низакаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Судя по всему, не все так благополучно и гладко с восточным выездом, как пытаются преподнести нам региональные власти, но про восточный выезд мы сегодня еще поговорим. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и поставить лайк, тем самым вы поможете его продвигать. А также подпишитесь на наш Telegram-канал «Открытая политика» или Яндекс.Дзен «Открытая политика». Везде мы называемся одинаково, а вот контент у нас не везде одинаковый. Например, в Telegram-канале «Открытая политика» вы можете найти опросы, обсуждения, дополнительные статьи. Там материал более разнообразен. Так что всех ждем, милости просим. Россияне вполне уже привыкли к тому, что Государственная Дума Российской Федерации, парламент страны, превратился в источник каких-то иногда забавных, а иногда просто пугающих инициатив. Да? Там запрет смотреть в окно, запрет чеснока, запрет переглядываться во время программы «Время» и так далее, и так далее. Собственно, не было исключением и минувшей недели. Депутаты на прошлой неделе одарили россиян необычайно полезными инициативами, и вот некоторые из них. Комсомолка и красавица Яна Лантратова предложила обеспечить российским пенсионерам свободный доступ к просроченным продуктам питания в супермаркетах. То есть, вот прямо сказала, что надо позаботиться о пенсионерах, и давайте им будем отдавать всю просрочку, пускай они ее жрут. Думаю, что в дополнение к этой гуманной инициативе «Единая Россия», в которой, собственно, и состоит госпожа Лантратова, должна внести законопроект об уменьшении высоты бортиков помойных контейнеров. Ну, согласитесь, неудобно пенсионерам в их возрасте со всевозможными болезнями перегибаться через этот высокий борт и шариться на дне контейнера в поисках просрочки. То есть, как бы заботиться, так заботиться. А вот сенатор от Республики Башкортостан, член Верхней палаты российского парламента Лилия Гумерова на прошлой неделе мыслила существенно более масштабно, чем Яна Лантратова. Ну, и Лилия Салатовна, она тоже, конечно, более масштабная фигура. И госпожа Гумерова отметила, что российское среднее образование недостаточно пронизано традиционными российскими скрепами.
Особенно обеспокоена Лилия Салаватовна отсутствием российских скреп в таких дисциплинах, как арифметика и математика. Ну, надеюсь, что, услышав сенатора Гумирова, Министерство просвещения Российской Федерации не заменит изучение таблицы умножения на регулярное исполнение детьми песенок по типу «Я русский». Хотя, как знать. Ну и про восточный выезд. Восточный выезд – это гордость хабировской экономики, крупнейший в Российской Федерации концессионный проект, десятки миллиардов инвестиций, темпы строительства поражают воображение и опровергают законы физики, казалось бы, радуйся и гордись. Но, как обычно, команда «Х» лжанула и здесь. И речь идет не о том коррупционном скандале, который случился по поводу вот этой взятки от подрядчика восточного выезда. И я предполагаю, что это не единственное коррупционное проявление на этом объекте. Речь совсем о другом. На прошлой неделе объект «Восточный выезд» внезапно посетил эмиссар главного концессионера ВТБ, вице-президент ВТБ Юрий Молчанов. Целью визита было оценить не только темпы строительства, но и имиджевые риски для ВТБ. Проблема в том, что концессионер ВТБ вкладывает вот эти самые десятки миллиардов рублей в ту часть восточного выезда, которая начинается от проспекта Салавата Юлаева, потом уходит в тоннель, потом на мост и дальше на соединение по шоссе с трассой М5. Вот этот участок финансирует ВТБ. А вот то, что касается соединения вот этого восточного выезда с округом Галли, с улицей округа Галли, и, собственно, обеспечения вот этого сквозного проезда через город, что и было главной идеей по разгрузке трафика, вот эту часть делается за счет бюджета республики и за счет бюджета города Уфы. Улица Галли должна быть расширена, благоустроена, и ниже улицы Комсомольской, то есть перпендикулярно по Галле, должна пойти широкая трасса, потом развязка и соединение с проспектом Салавата Юлаева. Ну, этот проект мы видели уже много лет. Так вот, на улице округа Галли, за исключением установки разделительных барьеров, не сделано ничего. Никаких развязок, автотранспортный техникум так и преграждает дальше, значит, дорогу этому светлому проекту. И, видимо, и судя по всему, именно это беспокоит концессионера. Ну, как концессионера беспокоит? Я думаю, что в основном с имиджевой точки зрения. Дело в том, что ВТБ не проиграет ни при каком раскладе. Даже если, как говорит Олег Арефьев, по этому тоннелю восточного выезда будут бегать только бродячие собаки, ВТБ все равно получит свои деньги обратно. По условиям концессии ВТБ отстраивает этот гигантский проект за свои деньги, передает республике, республика взимает плату за проезд через этот восточный выезд, и несколько десятилетий подряд, полтора или два, мы будем из своего кармана, из бюджета, выплачивать ВТБ определенные, на самом деле очень большие денежные суммы в счет постройки вот этого вот проекта. Вот такая схемка концессии. Но ВТБ, конечно, может волновать и имиджевая сторона. Дело в том, что если они построят сейчас вот эту часть свою восточного выезда, а они ее точно построят, там все в срок и даже с опережением графика, и туда не хлынет поток машин, то ну, ВТБ будет выглядеть как инвестор в никому не нужные проекты. Согласитесь, было бы довольно странно предполагать, что большое количество автомобилей, особенно большегрузных, будет петлять по городу, объезжая пробки через Зеленую рощу, Сипайлова или улицу Лесотехникума, чтобы нырнуть в этот тоннель, да еще и заплатить за это. То есть, если прямого пути не будет, никакой загрузки тоннеля тоже не будет. Вот, собственно, все риски, которые, видимо, уловило ВТБ. Будем надеяться, что деньги, которые должны были быть выделены на строительство вот этой части со стороны улицы Галли, не потрачены на фестивале и, может быть, с опозданием, но там строительство начнется. Но, повторюсь, на данный момент ситуация выглядит достаточно смешно. Ту часть вот-вот сделают, но смычки нет. Не успел еще отгреметь скандал, который вышел в федеральную плоскость и случился с подачи министра труда, семьи и социальной защиты Линары Ивановой. Вот это тот самый скандал со словами о бракованных детях.
Алинара Иванова даже была вынуждена извиняться в федеральных СМИ, но еще пыль, как говорится, не улеглась, как разгорелся новый скандал, и он тоже связан с ведомством Алинары Ивановой. Дело в том, что в Уфе был проведен некий очередной фестиваль. И фестиваль этот был посвящен воспитанникам детских домов и интернатов. Он был таким окружным по всему ПФО. Назывался трогательно «Вернуть детство». И в Уфу со всего Поволжья было свезено 400 сирот, которые приехали, чтобы в этом фестивале поучаствовать. Приехала на этот фестиваль и уполномоченная по делам ребенка при президенте Российской Федерации Мария Львова-Белова. Закатили праздник с фейерверками и банкетами. Праздник, собственно, был для детишек, обделенных судьбой. Но, как обычно, Линара Иванова тут перестаралась. Бдительный интернет обратил внимание, чем же угощали гостей этого фестиваля. И была проведена параллель между меню для детишек-сирот и меню для чиновников, для вот этой Марии Львовой-Беловой и для нашей Элинары Хакимовны Ивановой. Сиротам, согласно этому меню, полагалась сосиска, хлеб и свекла, ну еще кисель. А вот Элинара Хакимовна и ее дорогие гости на фестивале себе ни в чем не отказывали и сосиски со свеклой не употребляли. Гостеприимная Иванова арендовала за счет бюджета приват-комнату с характерным названием «Тет-а-тет» в конгресс-холле и закатила там банкет, на котором угощались брускеттой с дорблю, рулами с креветки, премиум сырами, бульоном из лосося, еще много-много чего было вкусного и замечательного на этом банкете. Этот скромный перекус обошелся в 460 тысяч рублей. И что-то мне подсказывает, что оплачен он был вовсе не с карточки, на которую приходит зарплата Линары Хакимовны. Вообще, по-моему, госпожа Иванова окончательно запуталась в задачах и целях собственного ведомства. В стремлении понравиться федеральному начальству и полагая, что это федеральное начальство ее от всего защитит, и если она сытно покормит какую-нибудь Львову, Белову и та, значит, отрыгнув, скажет, ничего, Линара Хакимовна, живи дальше. Нет, это не так. Но при этом печально, что сама Иванова, вот помимо этих банкетов и праздников и обжираловки, брускеты с дорблю, собственно, видимо, никак иначе и не видит собственные обязанности. Потому что на том же самом проекте «Аспекты» она заявила, что, например, на помощь для роженец не стоит рассчитывать от государства. Нужно эту помощь дать от Бога, так заявила Иванова. Но далеко не Бог, а мы с вами через наш региональный бюджет обеспечиваем сытную и вкусную жизнь Линары Хакимовны. Новая партия старушек? Это сироты. Угу. Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима. Мэрия Уфы объявила о планах строительства в городе скоростного трамвая. Я уже, честно говоря, сбился со счета, в который раз они то сносят трамвай, то снова планируют его построить. Всякий раз под этими идеями целая зловонная куча всевозможных обоснований, объяснений, мотивировок, зачем нам это надо, это будет прогресс. То есть, слушая вот нашу мэрию, неважно, кто там мэр, все предыдущие говорили примерно то же самое, понимая, что и сносить трамвай, и строить трамвай – это очень полезно. Я предлагаю кардинально решить эту проблему. Я предлагаю записать в Конституцию Республики Башкортостан два мотивационных права для высших чиновников республики. Первое. Каждый новый мэр Уфы один раз за срок своих полномочий и исключительно в собственных интересах может снести уже существующую систему электротранспорта, либо построить новую. Вот такое дать ему право через Конституцию, чтобы не мучился и не придумывал, почему это нужно. Второе. Чтобы Хабирова было незавидно, я предлагаю внести в Конституцию такую норму, что каждый новый глава Республики Башкортостан один раз за срок своих полномочий может продать, отдать или передать хорошим людям башкирскую содовую компанию при условии, что хорошие люди – друзья Владимира Путина.
Вот такая у меня законотворческая инициатива. Чтобы это было прописано, чтобы они не мучились, не объясняли нам, что там происходит, зачем, почему, какой такой русский водород, какой такой скоростной трамвай. Имеете право делать. Вот примерно так. Я дарю эту идею законодательной инициативы молодым депутатам-единороссам Шамилю Валиеву и Джеффу Монсону. А то они пока еще не придумали, как благодарственно лизнуть начальству, а, как говорится, пауза затянулась. В Уфе появились специальные бинокли, которые показывают прошлое. Заглянешь в них и видно, как неплохо было в Уфе до прихода господина Мавлиева и Хабирова. По-моему, это тактическая ошибка нынешних властей. Перебрали, как говорится, с креативом. Вопросы могут появиться, и люди действительно могут начать сравнивать, как было и как стало. А вообще в Уфе большая радость. С третьей попытки удалось пройти государственную экспертизу проекта строительства крематория в городе Уфе. В неопределенном будущем это заведение приветливо задымит трубой где-то в Орджоникидзевском районе, а мэр Мавлиев, судя по всему, войдет в историю города не только как фанат самокатиков, но и как увлеченный снегоплавитель и трупосжигатель. Неважно, кем ты работал раньше, но если ты кореш Мавлиева, дружбан, друган, ну как у них там в Нефтекамске это называется, я не знаю. Так вот, если это так, то место в уфимской мэрии тебе всегда найдется. И место это будет нешуточным. Видимо, исходя из этого нехитрого принципа, экс-наркополицейский Руслан Асанов на минувшей неделе возглавил управление комплексного развития территорий. Вот был наркополицейский, ловил наркоманов и закладчиков, а теперь, значит, сделался начальником управления по комплексному развитию территорий. Представляете, да? Какие скрытые таланты у наркополицейских. Ну и что скажете вы? У нас однажды всем строительным комплексом Башкирии командовал экс-участковый. Вот. Да, было совсем недавно. Правда, прокомандовал он этим комплексом всего 100 дней и хватило ему ума уйти самому. Защитники архитектурного памятника городища Уфа-2 защищали этот архитектурный памятник от храма всех святых и одержали первую победу в суде. Суд удовлетворил иск Рауфы Рахимовой и группы активистов, наложив запрет на строительство в зоне расположения археологического раскопа и назначив ряд экспертиз. Будет ли признано разрешение на строительство, которое выдал Мавлиев, на стройку там вот этого храма всех святых, пока неизвестно. Но я приветствую цивилизованное решение вот подобных конфликтов. Я уже говорил об этом ранее и приветствую тех, кто сейчас выиграл в суде. Ну, если правосудие признало их правоту, значит так тому и быть. Вот тут вот абсолютно идеальная ситуация. А вот жители села Подольское, протестующие против своего выселения ради добычи меди, которая обнаружилась под их деревней, похоже, не добились взаимности от дважды обративших на них внимание Александра Бастрыкина. И жители села Подольское объявляют о проведении народного схода. Он проходит вот буквально сейчас, в эти минуты, в селе Подольское. И туда был приглашен персонально Ради Хабиров. Они прямо обратились: дорогой Ради Фаритович, приезжайте на наш народный сход и обсудим ситуацию с этим выселением. Конечно же, Хабиров не приедет. И не потому, что он все еще догуливает свой отпуск, а потому что он уже однажды злостно обманул жителей села Подольское, и у него есть все риски быть забросанным помидорами или тухлыми яйцами. Еще в 2019 году, если мне не изменяет память, Хабиров обещал райские кущи расселяемым, обещал, что будет построен новый, благоустроенный, прекрасный поселок со всей инфраструктурой, и там будут счастливо жить жители вот этого Подольского, освободив территорию для добычи меди, и сейчас ничего подобного не происходит. То есть Хабиру, конечно, туда поехать совсем не с руки. Кстати говоря, местные власти всячески пытаются запретить этот народный сход, объясняя, что вот этот вопрос не входит в сферу обсуждения местного самоуправления. Ну, знаете, так можно все что угодно опровергать. Если люди решили собраться на народный сход, они имеют на это полное право. Может быть, у них другие вопросы какие-то по ходу заседания получатся, неизвестно. Но, в общем, будем наблюдать, насколько этот народный сход состоится и насколько он будет эффективным. С
Стоило Фариду Рифовичу Гумерову уйти на почетный отдых в Курултай госсобрания, как Башкирия заполыхала со всех концов. Загорелся элеватор Уфимского хлебокомбината. Горела база отдыха Лукоморье. Грандиозно вспыхнула и сгорела на заводе катализаторов в Ишимбае. Ну и под занавес два выходца из Узбекистана стали цинично поджигать торговый центр «Иремель» вместе с охраной и посетителями. Слава богу, обошлось без человеческих жертв, правда, есть пострадавшие. А ведь говорил Фарид Рифович: «Ставьте пожарные извещатели, и будет вам покой и счастье».